Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, если хотите быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса, обязательно жмите кнопку подписаться. Заранее спасибо. На 98-м году ушла из жизни советский российский кинорежиссер и литератор Мариана Рошаль, дочь народных артистов, кинорежиссеров Григория Рошаля и Веры Строевой. Она родилась 23 января 1925 года. С 41 года по 42 года занималась монтажом фильмов на ЦОКАЭС. В 48 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 49 года по 54 года режиссер киностудии «Мостнаучфильм» и аспирантка Института истории искусств. Мариана Рошаль снимала документальные и художественные фильмы. В 56 году на Одесской киностудии в соавторстве с Владимиром Шеределем сняла фильм «Белый пудель» по рассказу Куприна. Позже работала над литературными переводами. В последние годы Мариана Рошаль проживала в Лондоне. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.